Чтобы не случилось пожароопасных ситуаций, своевременно очищайте территорию возле своего дома от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев. Не жгите растительность вблизи домостроения и не оставляйте без присмотра костры. Внезапный порыв ветра сделает пламя неконтролируемым. Осеннюю растительность следует сжигать в специальном контейнере, подальше от домостроений. Канистры, газовые баллоны и прочие емкости с огнеопасными жидкостями нужно хранить в тени. В ином случае под воздействием солнечных лучей они могут легко воспламениться. Также предметы с легко воспламеняющимися материалами нельзя держать на чердаках. Следует помнить, что нельзя курить в сараях, в местах, где хранятся горючие материалы или старые вещи. Лучше отойдите подальше от всего, что может легко загореться. Краснолужский ГПС МЧС ВНР напоминает, в случае возникновения или обнаружения пожара, необходимо незамедлительно звонить по телефону 101 202-25-072-103-13-66. Новости телеканала «Луч».